Aziz dostlar, hörmətli həmvətənlər, mən sizə çox dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Дорогие друзья, Роберт Йоэль, Лёва, Дина Ханум, наши прекрасные писатели, сценаристы, дорогие наши друзья, позвольте вам от имени Лейлы Ханумалиевой, инициатора компании «Justice for Hojali», поблагодарить вас за то, что вы сегодня с нами, чтите память людей, зверски убитых Ходжала 25 лет назад. Азиз – организация, которая и по названию, и с перевода очень близкая к нам. Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память людей, которые не знали, что происходит, не знали, что с ними будет, и, конечно, стали жертвами вандализма, террористического акта со стороны армянских вооруженных сил. Тут прозвучали слова, которые очень важны для всех нас. Что мы, конечно же, все это делаем, чтобы остановить такой геноцид, остановить такое чудовищное отношение к людям. Все люди рождены свободными, все люди имеют право жить и чувствовать себя безопасно в этом мире. К сожалению, война, навязанная армянскими сепаратистами, привела сегодня к очень большим трагичным последствиям. Сегодня Южный Кавказ потерял свою стабильность. Единственная страна, которая обеспечивает стабильность сегодня в регионе, это Азербайджан. У меня очень много слов вам сказать, поэтому я попрошу немножко больше времени, чем мне положено. Когда эта кампания начиналась, главная идея кампании была и заключалась в том, чтобы предотвратить в будущем такие геноциды. К сожалению, история нас ничему не научила. И еврейский народ знает лучше всех, что такое геноцид, к сожалению. Еврейский народ знает, что такое терроризм. И сегодня, к сожалению, все эти действия все еще продолжаются. Как отметили мои коллеги, сегодня Азербайджан и Израиль имеют очень сильные исторические, политические, военно-технические связи. Буквально вчера президент Ильхам Алиев подписал очень важный документ о создании комиссии, которая будет работать совместно с Израилем в экономическом направлении. Очень много информации, которую мы знаем, и которая в нашем парламенте, вы знаете, представлен Евда Абрамов, который представляет ваш голос там. И кроме этого, очень много культурных центров, синагоги. Сегодня на уровне молодежи очень много работы ведется в этом направлении. Вот когда создавался АЗИС, мы поняли, что это место, где мы имеем своих единомышленников. Это место, где собрались люди, которые за мир. Это место, где собрались люди, которые хотят сделать мир более безопасным и более приемлемым для всех. Хочу назвать гостем, хотя я всегда знаю, что я в гостях, потому что здесь очень много знакомых людей, очень много людей, которых связывает наша общая Родина, очень много людей, которые болеют за Азербайджан, очень много людей, которые поддерживают нас. Я всегда просил, чтобы меня познакомили с Диной Ханом. Мы очень много слышали про вас, но почему-то вот Лёва Спивак и все остальные вас скрывали от нас. Но сегодня я очень рад вас видеть, вы прекрасно выглядите, дай Бог вам здоровья. И такие люди, как вы, конечно, это наши ласточки, которые говорят о культуре нашей страны. Также очень много людей, которые сегодня, я видел, подходили, мы просто разговаривали. И я видел, как они горят и любят Азербайджан. Вам спасибо за то, что вы поддерживаете эти культурные ценности, которые, я уверен, что в Израиле очень хорошо и приятно воспринимаются. Компания «Justice for Hojali» инициирована Лейлой Алиевой, вице-президентом фонда Гейдар Алиева. Сегодня проводит акции в более чем 100 странах. И Израиль является одной из первых стран 2009 года, отмечающей это событие
на таком культурном, просветительском уровне. Как видите, каждый год у нас различные мероприятия, не только в Тель-Авиве, в различных наших регионах Израиля. И сегодня мне сообщили, что еще две наши районные организации как бы создались. Одна в Иерусалиме, вторую я не могу затрудняюсь сказать. И сегодня я познакомился с этими людьми. Это говорит о том, что люди, народ Израиля, конечно, поддерживает нас во всех наших начинаниях. И что самое главное, что мы делаем? Вот идея этой кампании заключается в том, чтобы предотвратить в будущем такой геноцид, предотвратить такие трагедии. Вы представляете, что я политик, поэтому я должен политический момент указать. В чем вся суть вот этой войны, вот этой оккупации? Захватить территории, уничтожить другой народ, который мы, может, по-другому живем, по-другому. Показать всем, что идея Великой Армении существует, показать всем, что они самые умные, показать всем, что они могут вот такое бесчинство, такой геноцид вытворять. Президент Саркисян сам лично в своих выступлениях сказал, что да, это мы сделали, чтобы напугать народ Азербайджана, чтобы они больше никогда не думали, что мы можем с ними дружить, и также в этом направлении. К сожалению, мировое сообщество сегодня относится к таким конфликтам и к такой ситуации очень, так скажем, нейтрально. Хотя у нас есть резолюции Организации Объединенных Наций, резолюции Совета Европы, резолюции Европейского парламента и резолюции многих парламентов, которые осуждают и дают правовую оценку ситуации в Нагорном Карабахе, в частности, геноцида в Ходжала. У нас сегодня очень хорошая связь с Кнессетом Израиля. Мы очень активно работаем в различных направлениях, в том числе и в направлении просветительского и культурного освещения наших отношений. Я уже сказал, что в Азербайджане есть очень сильное общество народа Израиля, очень много мероприятий мы вместе проводим. И возвращаясь к сегодняшнему мероприятию, хотелось бы отметить, что, конечно же, как мы можем передать нашу боль, как мы можем передать наше разочарование, это, конечно же, посредством книг, посредством повестей, посредством культурного диалога. И вот один из таких примеров, это, конечно же, наша книга «Черные подсвечники». Важно, что мы об этом говорим, важно, что мы об этом помним. Кто-то из великих сказал, что если мы не будем знать прошлого, мы никак не сможем создать нормальное будущее. Я уверен, что любой народ на земле недостоин насилия, недостоин быть убитым, недостоин быть осквернен, потому что все люди должны созидать, должны создавать. И вот то, что мы видим сегодня, презентацию книги, и вот еще одна книга сегодня была здесь презентирована, это говорит о том, что все это делается, создается для мира на земле, создается для того, чтобы люди жили в мире. И я, конечно же, хочу поприветствовать вас от имени нашего парламента. Сегодня, 24 февраля, у нас идет специальное заседание парламента по событиям в Ходжалах. В данное время это собрание продолжается, заседание продолжается. И мне удалось сегодня прибыть к вам, потому что я понимаю, что все это большое внимание очень важно для нас в первую очередь. Мы знаем, что здесь политическая ситуация стабильная, мы знаем, что здесь, конечно же, у вас есть свои проблемы, мы это слышим, видим. К сожалению, здесь происходит смерть солдат, людей, и у нас каждый день на границе погибают люди, погибают молодые солдаты, которые защищают свою родину. Поэтому я понимаю, что вы все это знаете, вы все это чувствуете. Но большое вам спасибо за то, что вы храните память. Во-первых, память о своей родине. Во-вторых, память о тех трагедиях, которые произошли в Азербайджане. И ваше присутствие сегодня здесь, я это каждый год отмечаю, хочу и в этом году отметить. Это, конечно же, большое уважение к народу Азербайджана. Это большое уважение к нашей стране, к политическому руководству нашей страны. И то, что сегодня здесь вот мы видели прекрасный хор, я вам очень благодарен за то, что вы сегодня были с нами. Мне было очень приятно вас слушать. И спасибо вам, что вы есть, что вы
несете добро своим творчеством. Мы и в будущем будем продолжать эти мероприятия. У нас в течение года проходят различные мероприятия. Лев Спивак информирует постоянно азербайджанскую общественность о мероприятиях, которые здесь сделаны. И Ян Хан, я знаю, очень активно в социальных сетях распространяет все эти мероприятия в течение года. Мы это все видим. Мы вам за это благодарны. Мы благодарны, конечно, правительству Израиля, потому что условия, созданные для организации, сегодня общественной организации, очень позитивно влияют на нашу работу. Большое вам спасибо. Конечно же, Робе, Юэй и много моих друзей, наших друзей, которые постоянно с нами на связи. И я уверен, что вместе мы, конечно же, будем работать в этом направлении, чтобы не было войны. В конце я хотел бы... Мне очень нравится фраза из списка Шиндлера, что когда он говорит, что вот видишь все это, машина, там, не знаю, дом, а ты знаешь, сколько людей я мог бы спасти? Вот давайте постараемся спасти людей, чтобы они никогда не были подвержены таким трагедиям, такому геноциду, который произошел в Ходжалы. Большое вам спасибо, чок сова.